Ну вот уже подобие строя у нас есть потихонечку. И никто не сбивается. Никто не сбивается. В 1992 году я поехал добровольцем в Приднестровье. Могу сказать, что я приехал в форме. Тогда я был поручиком. Я приехал именно в форме императорской армии. С палаткой со своей, со своим котелком. То есть полное обмундирование с шинелькой. Выдавайте оружие и ставьте строй. Ну, последний раз, Коля, русский же солдат, фуражка же, казачья, должен орден получил, орден, должен быть примером, Николай. Но столкнулся я с таким забавным явлением на фронте. Что, во-первых, у меня не было военного билета. Один из офицеров КГБ при обыске у меня его отобрал. Но что там было написано, вы можете предположить. Годинг, не строевой, военное время. Как же без военного билета на фронт попасть? А без военного билета никто меня не хотел брать на фронт. Так, все. Меня просто собрали. Два человека назад стали, последний ряд. Значит, а здесь идет один Лёша в этом ряду. И что же я сделал, на какую я пошел хитрость. Поскольку я уже в то время неоднократно записывался на радио и по телевидению, и уже был лауреатом Прибалтийского фестиваля авторской песни, и многие мои песни звучали и имели своих поклонников, я пошел на такой трюк. Что когда они потренируются по уставу императорской армии побольше, начнут сравнивать с современным, они сразу увидят все несовершенство современного устава. А это уже монархическая работа. Я сказал, простите, ну хорошо, на фронт вы меня не берете. А можно ли сделать пару концертов в госпитале для раненых? Можно ли сделать, допустим, концерт на Тираспольском прифронтовом радио? И когда мне сказали, да, конечно же, можно, если вы лауреат фестиваля, если у вас были концерты, если у вас уже был авторский концерт на псковском телевидении, ну почему бы нет? И я сделал прекрасный концерт на Тираспольском прифронтовом радио, а потом сделал серию концертов в госпитале. И когда я написал первую песню о Приднестровье, которая прозвучала по Тираспольскому прифронтовому радио, значит, концерт повторили, потому что там были заявки, и попросили его прокрутить второй раз. Видите, мы уже чему-то понемножку учимся. Раз, два. А когда я делал концерт, я сделал такую маленькую хитрость. Говорю, вы знаете, мне бы очень хотелось и поехать на фронт, и сделать несколько концертов. И когда я поехал уже не в штаб Тирасполя, а поехал на позицию, то есть до позиции меня довезли, и сделал я там концерт, то вдруг я так старался, что атаман заплакал. И когда я вижу, атаман плачет, мой звездный час. Я тихонечко подошел и сказал, ну ведь у вас же в пятом взводе многих убило. Ну почему, зачем мне ехать в Тирасполь? Ну, может быть, вы меня поставите в строй. И произошло чудо. Атаман под слезу сказал поставить. Мне тут же выдали автомат. И я попал на фронт. То ли утренний и
бледы. Снова порохом пахнет земля, и Суворов со шпагой с коня вратный путь провожает меня. Под двуглавым орлом мы в атаку пойдем, как ходили в былые века. И Суворов живой за Тирасполь родной поднимает на бой казака. И Суворов живой за Тирасполь родной поднимает на бой казака. Вы поверьте, друзья, эта пуля не моя, что ударила рядом со мной. Ты дождись, и на целую жизнь я останусь навеки с тобой. Ты дождись, и на целую жизнь я останусь навеки с тобой. Пусть стволов не хватает в строю, но стоят за свободу свою. Ведь Суворов зовет весь российский народ поддержать приднестровцев в бою. Вы поверите, друзья, эта пуля не моя, что ударила рядом со мной. Ты дождись, и на целую жизнь я останусь навеки с тобой. Ты дождись, и на целую жизнь я останусь навеки с тобой. И был случай, когда один журналист, известный в Латвии, просто стал оплевывать, стал писать, что я никогда в жизни не воевал в Приднестровье, что я самозванец, что Приднестровье – это республика самозванная, и все, кто воевал в Приднестровье – это самозванцы. Тогда я встал на суде и сказал: простите, пожалуйста, ну хорошо, республика Приднестровье самозванная. Воевали самозванцы, войско самозванное, а могилы казаков, они тоже самозванные. И если бы вы могли сейчас себе представить, когда я посмотрел, я не увидел ни одной головы. Потому что в ответ на это была гробовая тишина, и все вот эти журналюги почему-то резом, вот разом представьте, весь зал, вот все, кто на скамье, да, вот они раз, и все сели так. Этим людям абсолютно плевать на русскую идею. Это враги России. Ты взгляни, великая Россия, как на приднестровских берегах мальчики, как свечки восковые, тают в фронтовых госпиталях. Тихо прорывается сквозь стон, сквозь улыбку в сомкнутых губах. Если бы не кончились патроны, я б сейчас стоял на двух ногах. На тебя на бой идут казаки, кто под танк, кто под белый крест. Сердце разрывается в атаке,
травм подкошенных невест. Их кокарды черно-золотые с марковским шевроном рвутся в бой. Отчего ж великая Россия до сих пор не поняты тобой? Отчего ж великая Россия до сих пор не поняты тобой? Когда однажды я пришел к своему другу Сергею Андреевичу Соснову, нашему офицеру нашего полка, унтер-офицеру, прошу прощения, ему начались угрозы. А дело в том, что там такой сайт «Родина» в Риге был, и там все-таки удалось прокрутить какое-то количество моих песен и дать мою альтернативную статью, после чего начались угрозы. А он мне их показывал. И угрозы были именно, что вы крутите песню Устинова, вы перестали печатать статьи Рубикса, а стали крутить песню Устинова. Вот так было сформулировано предложение, я его помню, потому что в интернете он мне показывал. Мы еще потом с ним выпили пиво и сказали, что мы еще 100 лет проживем, стали хохотать. А он погиб при странных обстоятельствах. Дух блистательный, тонкий, бальмонтовский, да цветовский стал лебедей. Звон малиновый с ласковым отблеском, вещий голос российских церквей. Снова видится маня сторонами, вихрем вмиг пролетя эскадрон, завлекая пленительной славой золотых офицерских погон. Вновь случайно в глаза незнакомый взглянув, я увидел невозвратное время веселое, петербургский усталый туман. Пусть сразит меня пуль ударом, не щадящим ударом свинца. Я с тобою, Россия двуглавая, хулиганства ни с кем я не спорил. Видите, как я с дамами говорю. Занимайтесь, кроме истории. Кроме истории? Деньги зарабатывать. Я концерты делаю. У меня в ВВСоле был концерт. Записи на радио у меня были. И когда вот мне уже там стали приходить повестки из полиции безопасности Латвии, после того, как я думал, ну, слава богу, с 86 года, с 87 уже повесток в КГБ не было. Сейчас начались повестки в полицию безопасности Латвии. Вот. И после этого они стали создавать такую атмосферу, что жить было нельзя. И я вынужден был съехать к своему другу. Шачневу Вадиму Юрьевичу, который был сотником нашего полка и моим замом по хозяйственной части, по кошевой части, у которого хранилось все военно-историческое оружие. Все мы у него хранили. И вот я жил с Шачневым на одной квартире, а получилось так, что по телефону, по мобильному,
Мне начались угрозы убийством. И 23 февраля я прихожу домой, Шачнева нет. А через день приезжает его мама и узнали, что его труп нашли на остановке на трамвайной 5-го трамвая, кольцо. И почему в 2 часа ночи, хотя человек не пил и не курил, вообще был очень приличный, интеллигентный молодой человек, никто этого не знает. И представьте себе диагноз смерти переохлаждения. А также ваш покорный слуга Вадим Юрьевич Шащенко. Так получилось, что знакомству моему с Михаилом Георгиевичем Устиновым предшествовало то, что я познакомился с его песнями, с его голосом. Ну и можно считать, что этому знакомству предшествовало то, что у меня, как у многих из нас, сложился уже к тому времени образ русского офицера. Определенный образ русского офицера именно на начало века. Именно русского офицера. Возможно, больше по литературе. Из книг Чехова, Куприна, Булгакова, да и Льва Николаевича Толстого. Потому что это одна плеяда русских офицеров. Можно сказать, от киевских дружинников до Перемышля и до самой революции, до Корниловского похода. Это наслоение, это концентрация, великая концентрация чести, веры, достоинства, громадной культуры, которая так сейчас часто не достает нашим офицерам, может быть, и храбрым, может быть, и искренним. И поэтому, когда я увидел впервые Михаила Георгиевича Устинова, я был потрясен тем, что именно в наших условиях, которые совершенно не способствуют развитию этих качеств, возможен
возможно жить, совершенно игнорируя эти условия, так, как должно жить. У одного нашего писателя спросили, уж не помню, у кого точно, в каком бы времени вы хотели жить. И он сказал, я хотел бы жить в категории будущего долженствующего времени. То есть в том времени, которое должно было бы быть. Вот я считаю, что Михаилу Георгиевичу удается жить именно в этом удивительном времени, в настоящем долженствующем времени. Закатится заката, век 20-й в огне. Происходит чудесных о том, как царственные мученики помогают народу. Я хочу вам привести один пример удивительного совершенно чуда, которое мы наблюдаем сегодня. В Клину есть женщина, которая все иконы, которые ей попадают в дом, мироточит. Ее зовут Валентина. И вот на протяжении многих лет в ее доме икона святителя Николая, небесного покровителя нашего царя-мученика, с ней стало происходить чудесное явление. На стороне, на одной из сторон этой иконы стала проявляться икона царственных мучеников. Совершенно чудным образом накануне именно 17 июля, когда они вынуждены были принять мученическую кончину. И это чудо продолжалось на протяжении 3 лет. И вот в прошлом году, последний раз, когда это чудо не произошло, и многие люди, духовно одаренные и просвещенные, задумываясь на эту тему, почему же так происходит, Господь им открыл, что уже сегодня родился будущий царь русской земли. И мы уже должны с вами укрепиться в этой мысли, готовить себя к тому, что мы должны послужить своему монарху, и должны его узнать, и должны принять его о себе знание.